Привет, зритель. Как-то давно кто-то из вас дарил мне косметику Либредеру. И тут я решила возобновить с ней знакомство, и сегодня я получила свой заказик от курьера. Здесь, конечно, была бумажечка, кому, куда, зачем, почему, но я ее отодрала, чтобы не светить свой адрес. И сейчас у нас будет вскрытие. Эту косметику ты можешь купить в аптеке, например, или на сайте компании. А еще ее можно купить внезапно на Озон и Вайберис. А также ты можешь поучаствовать в каком-нибудь розыгрыше косметики в группе в Телеграм. Да, внезапно у Либредерм есть группа в Телеграм. Они там проводят стабильно и очень часто всякие розыгрыши. И в этих розыгрышах можно совершенно бесплатно получить их косметику, соответственно, познакомиться с ней. Довольно плотная коробочка. А мне тут пару деньков так как-то грустненько. И курьера я ждала даже на несколько дней позже. И вот он мне сегодня позвонили. Сказали, думали я. Я говорю, дома. Мы вам привезем. Я говорю, хорошо. Я думаю, вот. Что-то хорошее в жизни случилось. Смотрите. Тут так упаковано. Опять пупырка. Я знаю, что я обещала записать СМР. Я его как-нибудь запишу. Честно-честно. На фоне камина. Своего биокамина. Тут очень много пупырки. И тут у меня, кажется, 4 средства. Ох. Вот. Крем. Ух ты, блин, мне как раз такое надо. Сейчас зритель подумает, ты что, не помнишь, что заказывала? Ну, бывает такое. Либредерм. Церафавит. Крем эмолент, успокаивающий при зуде от сухости. Для атопической, сухой и склонной к зуду кожи. Кстати, подходит, по ходу дела, детям. Да, и он подходит и даже детям от 3 лет. И даже взрослым. Успокаивающая формула, насыщенная нежирная текстура, без отдушки. Учитывая, что я сейчас пользуюсь кремом для лица от Белита, который на Вайтберис называется для подростковой проблемной кожи в 39-то своих лет. Тонизирующий, так, это уход интенсивный, успокаивающая формула. Успокаивает кожу, увлажняет на 48 часов, восстанавливает защитный барьер. 75 мл. Да, я тут с планшета, как обычно, управляю. Чуточку приблизила. Чтоб не пододвигаться. О, прикольно. Коробочка. Синяя внутри коробочка. Вот это такой крем, кстати, с овсянкой, церамидами и пробиотиком. Либредерм. Для ухода за очень сухой, атопической, склонной к шелушению, раздражению чувствительной кожи лица, тела и рук взрослых и детей 3 лет. Уменьшает дискомфорт, зуд, раздражение от сухости. Кстати, я как раз забыла руки помазать кремом. Смотрите, он, короче, открывается вот так. Тут пленочка. Мне сегодня, кстати, гель для душа, но я его показывала в своем уходе. Да, он, крышечка не откручивается. Ну, хорошо закручивается, в смысле закрывается до щелчка. Прямо СМР. Кошка к нам рвется. Может, правда... Ой, не надо ходить по планшету. Короче, тот гель у меня был заявлен в уходе на октябрь, но я только его недавно открыла, и там вот крышечка открывалась так интересно. Там первооткрыватель прям круто. У меня сейчас на осень, особенно зимой, вот зима, весна, осень, этот период, и иногда даже летом бывает такое, что кожа ну очень сухая, но ты знаешь, иногда, знаешь, до крови шелушится, это вообще жуть. Сушеная такая, круто. Я тут прям затестила его сразу. Церафавит. Тоник. Софтнер увлажняющий. Тоже атопик для чувствительной кожи лица и глаз. С
смягчает и увлажняет кожу, устраняет стянутость. Это тоже мне надо. Я сейчас тестирую одну сыворотку, отзыв на нее потом будет и в видео, и на Арике. У меня тут прыщички пошли какие-то непроходящие, ну, вроде как получше стали. Самое интересное, что оно вроде как тут жирное, а здесь сухое. В общем, проблема вечная. Успокаивающий тоник Softener для чувствительной кожи лица и глаз. Уход за атопической, склонной к шелушению, раздражению кожи лица и области вокруг глаз. Такой густущий вообще. Первый раз вижу такой густой тоник. Вот буду использовать его. Потом, может, шортсом отдельно на каждое средство запишу. Как применяю, допустим. Ну, это ты уже видел, как я применяю. А может, отдельным просто видео запишу, что мне понравилось, что мне не понравилось. Гель для душа успокаивающий. Церафавит. Для нормальной, чувствительной, сухой кожи младенцев, детей, взрослых подходит от 0+. Вот, не зря это в аптеке продается. Кстати, после вскрытия 6 месяцев. Тоже 6 месяцев. Это я еще не вскрывала, но оно тоже 6 месяцев, до августа 26 года. А тут даже до сентября аж 26 года. И тут у нас до июня 26 года. Очень хороший срок. Я думаю, завтра уже под душиком его использую. И еще у меня тут масло для душа. Блин, я так давно маслом для душа не пользовалась. Последний раз у меня, наверное, было и фрашевское масло для душа. Очень хотела попробовать масло для душа от Либрюдерм. Вот теперь попробую. Не допускайте попадания воды внутрь флакона. Хорошо. Буду аккуратно этим пользоваться. Наклейка такая вот. Он до февраля 26 года, после вскрытия 6 месяцев. Но я думаю, что я его быстро укокошу. Масло липидовосстанавливающее, смягчающее для душа. Церафавит с церамидами и пробиотиком Либрюдерм. Деликатно очищает и смягчает кожу. Уменьшает сухость и чувство дискомфорта сразу после первого применения. Содержит более 50% натуральных масел. Гипоаллергенная отдушка. Вот у меня с отдушками-то как раз проблема. Кто помнит мои обзоры на Greenway? Вот порошок последний стиральный, что я покупала и рилсом кидала в инсту и в шорцы. Он вообще ничем не пахнет после стирки. В смысле, белье после стирки. И это мне прям нравится. Это не реклама, это делюсь своим мнением, потому что у меня проблема вот с этими ароматами и отдушками. Максимально снижен риск возникновения аллергических реакций, одобрено дерматологами, доказано клиническими испытаниями. Нанесите на влажную кожу, вспенить массирующими движениями, смыть. Подходит для ежедневного применения. Даже буду разрываться то ли этим, то ли тем. Одновременно-то не получится этим другим пользоваться. Кстати, он тоже от 0+. Наверное, утром одним, вечером другим. Как-то так. Очень классная посылка у меня заказная. Так, вот такой у меня обзор, распаковочка. Гелик, масло, крем для рук и для тела. Универсальный крем и тоник. Я сейчас пользуюсь немножко другим тоником, но я думаю, этот тоник мне, наверное, даже сейчас лучше подойдет, чем тот, которым я пользуюсь. Зрители, если вы пользовались и вообще знаете, знакомы с Либрюдерм, дайте знать в комменты, может, вы что-то такое из этого использовали уже сами. Я с удовольствием почитаю ваше мнение в комментариях и всем поставлю сердечки. А если вы использовали какую-то другую косметику от Либрюдерм, я помню, у меня тогда кто-то из вас дарил скатку, ну, скраб-скатка или как-то, или крем-скатка от Либрюдерм. Вот он как скрабик такой, но наносила как крем, а потом он скатывался, реально скатка, и смывала, и он очень классный был, я помню. А потом что-то я на долгие годы как-то забыла про Либрюдерм, вот теперь вспомнила. Еще у меня тут вся серия, это Церафавит. И почти все средства от 0. Для маленьких человечков тоже подойдет. Всем спасибо за просмотр. Если решите поддержать мой канал, то я скажу вам большое спасибо. И где-то тут будет облачко. Ну и в следующем, наверное, видео, которое после этого выйдет, я планирую все-таки домонтировать свой отзыв на маслопресс, который у меня был совсем недолго. Всем пока!